0,2 ровно больше, чем вчера. Да? Чем нет, вчера? Да, ошибаюсь. Смотри, не на 2, а на 0,6. Опа! 13,433 была вчера в ее оценке. Именно, она просто сегодня ей удалось все. Фантастика. Да-да. Яна Ворона на вольных упражнениях. Город Воронеж, два твиста и хорошая высота достаточно. На хорошей высоте тогда. Но мы обратили уже внимание, что и на бревне она выпрыгивала достаточно высоко на смело. Элементы. Ой, как вот. Начала и ножку поймала, а ее потом шибанула все-таки в конце. Шнурочек. Три винта, ничего вот шнурочек, себе. Шнурочек. Прямо она как замотала. Лидия Гавриловна, мурмулеточка. Мурмулеточка, шнурочек. Ну, я понимаю, это может быть не совсем литературно, но она именно такая прям здорово вытянутая и так, можно так шнурок так. Ну, смысл понятен, да, понятен, что вы имели понятен, в виду, конечно да, же. Вот веревку мы замотаем. Действительно, она очень здорово закручивает себя в пируэтную часть акробатических элементов. Вот так вам. Двойное сальто здесь. Да, это явно по акробатике уступает Ахаимовой, но у нас теперь эталон сегодня. Она первая открыла такую шикарную акробатику. Еще молоденькая просто. Ну да. Это же Ворона. Но я ее буду запоминать, и вы, пожалуй, Ворона из Воронежа. А Воронеж это тоже цитадель чемпионов всяких олимпийских игр. Да, и Вика Хомова уже здесь приехала как раз-таки, да? Ну, на Кубке России. Ну, в смысле, она не выступает как зритель, да. Нет, хорошо, я...